лишь год, и мы хотим начать этот лайв-эфир прекрасной мелодией из Инстаграма, мемчиком. Но я думаю, все узнают. Там надеемся, все узнают. Продолжить нашу программу блюзом. Вот. Он классный. Надеемся, что вам все понравится. Начинаем. Сегодня.
рассказывала, что на похороны, мне прям представилось, как кто-то за жизнь борется. Это я моя мама. Это я завтра. Да, это мы втроём. Реально, мы все. Спасибо большое. Елизавета Воронина. Это очень мило, спасибо. Правда, очень приятно. Сейчас еще раз, уже во второй раз прозвучит некая мелодия из Инстаграма.
в нашем квартете она называется «Хомяк», потому что она просто прикольная, и нам бы хотелось сыграть ее еще раз. Еще один раз. И не один раз. Ну давайте Белоус. Есть-то ты. Есть-то ты, ребята. Давайте. Блин, ладно. О, Тая тут. Тая? Какая Тая? Тая. А, наша? Да. А где она? Ладно, хотела. Какой? Это Тая? Я не знаю, кто это. Какой именно скрипки? Вот этой скрипки или вот этой скрипки? Не давайте им. Это точно Тая? Это точно Тая. А прикиньте, это сейчас не Тая. Мы просто любого человека Тай называем. Скинет денег. Только за деньги.
Конечно, на при встрече заплатит. Конечно, это. Ну ладно, хорошо. Так. Лезгинка. Давайте лезгинку. Люблю лезгинку. Я тоже. Сейчас найду себе. Люблю. Любишь? Конечно. Шутка — это часть, вообще-то. Чё? Они пока не знают, что такое шутка в нашем понимании. Так. Ну, ломбус. А, реально? Ну, да. А маленький принц? Ну, давайте маленького принца. Thank you.
хорошо. Ура, все работает. Невероятно. Всем спасибо. Ну, руссконародный, возвращаемся. Получилось? Да. А в конце сказали уже. Да ладно, сейчас переиграем. Давайте. Переиграем то, что было до этого. Все хорошо. Так. Так, у нас была, получается, лезгинка и... Давайте лучиношку сначала. Давайте. Если что, виолончель — это Света. Да. Альт — это Инна. Соня... Скрипка — это Соня. А первая скрипка — это Даша. Да. Если что, Соня — вторая скрипка. А Даша — первая. Невероятно. Спасибо, да. Соня — просто скрипка. Да, я просто скрипка. Точнее, да. Скрипка — это Соня. Ну, я вообще никто. Давай. Thank you.
еще раз блюз сыграем, в принципе, да? А, сейчас сыграем. Спасибо. Сыграем блюз? Даша, я твой главный фанат. У нас сына нету фанатов. У тебя тоже не фанаты? Ну нет у меня. Только у виолончели и у Даши. Блин. Да, это нельзя. Комой в музыке называется расстояние между двумя звуками меньше полутона. Меньше полутона. А именно это 1/4 или 1/8. Вот. Да. Это музыкальный термин такой. Вообще, о, сути... Полина зашла. Полина, привет. О, Полина, привет. Так, давайте велолобус. Надо бивочки. Кома, потому что... Ну вообще, да, я... Это секрет. Это секрет фирмы. Кто это, что это? Кома горло смотрит. Блин, удаляет. Она увидит. Ну хотя, квартет имени. Да, честь вообще-то. Thank you.
часть имеет свое название. Да, мы сейчас не просто так играем. Соня объявляет. Называется «Квартет номер один». Написал его Вилла Лобус, который жил в 19 веке. Вот. И тут 6 частей всего в этом квартете. Мы играем 4 из них. Каждый из них имеет название. Первую, которую мы только что играли, называется она «Кантилена». Вот. Сейчас мы будем играть вторую часть, которая называется «Шутка». Извините. Сейчас так сыграем, все посмеются просто. Я не держу. Кстати, вот, я как раз-таки хотела сказать то, что вы потом узнаете, что для нас шутка. Как раз-таки вот вторая часть — это шутка, и вы, надеюсь, посмеетесь. Вот это просто. Я просто чуть не забыла об этом сказать. Я же закинула удочку вначале. Хорошая идея. Максимально серьезное лицо, и пытаюсь не засмеяться. Ну, сейчас я посмеялась в моменте. Я тоже смеялась. Я почти всю шутку смеялась. Спасибо большое! Это невероятный комплимент. Спасибо. Следующая часть, третья часть, называется «Лирический напев». Сейчас Инна вам споет. Знаете? Да, да. Если что, вспомните шутку и посмейтесь. Thank you.
Невероятно просто. Следующую часть, а это четвертую был часть. Что? Это был лирический напев. Мы сказали об этом? Да, да. Мы сказали еще, что ты споешь на альте. Следующая часть, четвертая, называется «Песенка». Опять будем песен. Только теперь все вместе. Да, реально. Сейчас хор будет. Почему грустишь? Песня грустная. Скажи, что в ней заложено? Триоли. Триоли? Там триоли, жесткие усы. Триоли. Триоли всегда грустно. Ну да. Мы хотим сыграть не опять, а снова грустного хомяка. А, ребята, мы в конце сыграем. Готовлю? Да. Но у нас еще есть. У меня нот нету. А, школе вертангов. Это другой танго. Это кто-то профи. А, Руна Кабеза. Господи. Мне только нравится это средний говорит. Руна Кабеза. Руна Кабеза. Прикольно. Это не говорю. А, мы как-то спас убираем? Нет, мы хомяка в доме. Я все. Я тоже. Да, а кто это любит? Никто не любит. Да. Но больше я не люблю 32-е. Да, неприятно. 32-е неприятно. Особенно, когда приходишь на оркестр, первый раз партию видишь, а там 32-й.
что можно сыграть еще очень много раз. Да. Ты подожди. Скрипка, напиши мне после трансляции. Какая именно? Не пиши ей, Соня. Я тоже не напишу. Это мошенники. Да, отмыватели денег. Сейчас сыграем невероятное танго. Просто. Честно, не пробовали. Ну вообще мы не пробовали, да. Нет, да, я тебе не напишу. Все понятно. Вторая скрипка никому не нужна, да? Нет, не правда. Ты нам нужна. Не пробовали никогда из Гарри Поттера ничего играть. Да, к сожалению, у нас нет нот в Гарри Поттере, мы его не играли. Да. Но, кстати, нужно будет взять себе на заметку. Да, но ноты сейчас платные. Вообще, да, сколько можно было всего сыграть. Ну чё, погнали. Раз. Червякова. Очень приятно было с вами познакомиться. Пока.
Хорошо.